Партнер коробки передач – легендарное моторное масло «Матюль». Уважаемые телезрители, начинаем коробку передач. Пустота! В Красноярске нет машин. Даже в студии пусто. Не кипишитесь, не кипишитесь, машины будут в течение. Что, может быть, кризис смыл все машины с лица красноярской земли? Дудки. Типа эрудит Дмитрий Астафьев. Типа драйвер Владимир Перекотий. Здравствуйте. Сегодня в программе. Сегодня в программе. Гоняю на 5-литровом американце Pontiac Firebird. Примеряем на себя женские шубки. А также скромно отмечаем собственное 6-летие. Дорогие друзья, в Сибири слякотно и осень. А я тут стою и жалею, что на мне нет ковбойской шляпы и джинс-клёш. Почему? А вот почему. Эта штука ездит? Еще как. Pontiac Firebird. Брат-близнец Chevrolet Camaro, врага Ford Mustang. Звезда кино и сериалов. Мечта плохих парней. Будьте осторожны. Почему Firebird? Почему не Corolla, не Fit, не Celica, прости господи? Извиняюсь, это был глупый вопрос. Даже взять Toyota там с 80-х, с 90-х годов. Это были Toyota, или сейчас ты возьми новую какую-нибудь Toyota, там какой-то... Она вообще какая-то одноразовая машина. Да все вокруг одноразовое. Ну... Посуда одноразовая, как бы отношения одноразовые. Посмотрим, что у него под капотом. Пока, детка. В культовом фильме «Полицейский и бандит» звездил, конечно, Pontiac и постарше, и позлее. Но ведь сути дела это не меняет. Тот же бешеный момент на низах, тот же утробный рык и тот же запах жженой резины. На Супре даже на 3-литровой пробовали это самое. Так вот подымить. Она ее сносит перед. Она просто ее толкает. У нее не хватает момента провернуть, ну, чтобы они задымили. Еще и при условии, что у Супры еще колеса меньше стояли. В те времена размер имел значение. Автомобиль привезен с Японии. А, ну вот откуда у него руль этот смешной. Да, отсюда, наверное, этот руль японский. Все здесь непривычно. Классический американец для нас с вами аномальная точка пространства. Другая логика, другая эстетика, другое удобство. Ну, интересная здесь подсветка, то есть никак у всех-то что, она здесь где-то как-то расположена. Здесь вот у этого вот видно, здесь. Да? Офигеть. Просто опустил кисть вниз, просто достал вот это все. И просто раз. Ремни заботливы к любой комплекции. Пневмо, а не электрозамки и доводчики. И, конечно, кузов торга. Вот крыша интересная. Думал, что снимать буду. Когда жара стоит, я наоборот ставишь, потому что печет. Даже докатка есть. Правда, для тех, кто знает, где искать. Ну, сам багажник невелик, конечно, но... Да, задний мост все занимает место. В том-то и дело, что вот это все... Это задний мост. Это не мега-сабвуфер. Вот посюда это все задний мост. Это третья генерация легенды. Огненной птицы Феникс, светящийся в темноте. Исполнение формула, 91-й год, скромная по их меркам 5-литровая восьмерка. И, конечно же, автомат. Тот же ГАЗ, наверное, 53, можно сказать. Знакомо. Только одно единственное, что стоит кондиционер да гидроусилитель. 170 кобыл на 5 литров.
Это не автомобиль, это паровоз. Да, мотор задушен экологами. Тут даже нейтрализатор с продувом. Подхвата на верхах нет и не может быть. Он и не понимает, зачем нужны обороты, поскольку, в отличие от малолитражек, все его лошади есть уже на холостых, а не в режиме истерики у отсечки. Ездил на Skyline, там, да, на турбовом, на том же Evolution. А у них расходы одинаковые, что здесь. Нет, ну это да. То есть там тоже он... Там тапка в полу зато. Да, да, там тапка в полу. Обороты бешеные, эти обороты надо кормить. При условии, что там бенз нужен только 98-й. Здесь нужно одно – расслабиться, вспоминая о мире, который мы потеряли. Дорогие владельцы Корол и Селик, не подумайте, что это баловство или какая-то игра. Это терапия. Терапия душ наших в слишком быстро меняющемся мире пластмассового потребления.